Всем доброго дня, хорошее настроение. Сейчас на даче лук перерастает, уже надо его обрезать. Он травы сколько надергал. Нарядочки подготовил. Лук подрастает. Здесь у меня будет китайские огурчики высажу. Вот я помидорчики сейчас высадил. Сейчас покажу вам вредителей. Вот и высаживаете в пластмассовые баклажки. Вот. Помидор высадил, полил, баклажку раз углубил, а вот эти паразиты, вот они, я выкопал, медведки называются. Вот сейчас я одну поймаю. Вот мелкие, они самые противные, они когда растут, они столько, блин, корней, вот она, зараза. Вот она когда копает, она не глубоко копает, она так вот раз, ударяется вот так вот башкой, тык, в это и все. У нее сотрясение, она убегает. На бок. Я так в баночке оставляю. У меня здесь скворцы летают, они потом их поедят, блин. Вот эти паразиты, вредители, вот эти мелкие, они самые паршивые медведки. Вот так вот я только и спасаюсь от этих медведок. Ну и надо гранул тоже. Гранулами. Даже покушать сегодня некогда. Спина не разгибается, но зато с позитивом работал. Еще пойду чайку сейчас заварю, чай. Так удачно.